Я читаю 112-й псалом. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни! Хвалите имя Господне! Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек! От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне! Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его! Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю? Из праха поднимает бедного, из бренья возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя!